Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Я мама Саши Голубевой. Мы обожаем этот лагерь с прошлого года. Угу. Саша прекрасно здесь себя ощущает, даже, говорят, хорошо себя ведет, а для нас это самое главное. Спектакли замечательные. А в прошлом году была пиратская баллада, да? Вот, прекрасно. Мы постоянно просматриваем видео. И вот следующий ребенок тоже уже очень хочет к вам в лагерь. А как зовут-то принцессу? Как тебя зовут? Олеся. Да. Олеся, отлично. Всем рекомендуем поехать в ваш лагерь, потому что он прекрасен. А как от спектакля, какое впечатление? Замечательные, очень интересные спектакли и такие уже на уровне профессионалов. Не любительский спектакль получился, а профессиональный. Хорошо. Какие изменения вы в ребенке обнаружили? Ну, какие изменения? Во-первых, она все время занята чем-то. А это самое главное. Она не смотрит телевизор, она не смотрит в телефон, она не смотрит в iPad. Она все время чем-то увлечена, узнает что-то новое. Каждый день, когда она мне звонит, слова примерно такие: «Привет, мам, мне некогда». Все, до свидания. Это значит, что у нее все хорошо, ей интересно, и она всем-всем довольна. А это самое главное для родителей. Ага. Ну все, замечательно. Спасибо вам большое. А мне 3 годика. Там вырежь. 3. Сколько тебе? 3. 3. О, отлично, отлично.